Никита. Надо заглушить тачку, а то бензин тратится. Так. Я думал, шампанское в колесике. Здорово, братан. Как ты? Здорово. Отмечаю, мы тебе удушающий сделали случайно. Удушающий. Давай, братан. Салам алейкум, а ты чё без рубашки? А что, типа, самоу... Извиняюсь. Я случайно. Судорога. Да, судорога, так сказать, сработала. Бывает у меня такое, так сказать. Ну, Сана, да, может, не... по пивку? Да не, ребята, я так вот. Я не люблю пить пиво, я вот как-то... О-о-о. Мы это тоже любим. Чё, ребята? Что вы делаете? Может быть, медика вызвать? Он сам чисто медик, он сам... Хорошо, я понял. Руку себе, так сказать, правит. Зачем? Мы сейчас у нас... Мы сейчас будем лидера семью уже выбирать, ты забыл, что ли? Тихо. Лидера посольства, так сказать. Никита, это неправильно. Так, короче, мы сейчас ждем месье Голливуд и уже по дальнейшим планам поймем, что как. У кого готова пламенная речь? И что ты скажешь? Всем здравствуйте, я должен этот какого? Я этот. Меня сегодня обед устроил. Да. Сейчас, наверное, хотел бы еще одну купить, но у меня там чуть-чуть не хватает. Ну нифига, ты чисто месье, вообще костюмчик себе надо мутить, так сказать. Да. Я тут был одним из главным семьи. Ну, можно сказать, уже главарем. Потом как-то перехотелось. А ты чё, Ярослав-то не в костюмчике-то? Красиво же. Одевайся. Надо красиво же. Одевайся, Ярик, это НМ. Прессом и я могу попонтоваться, а этот, одеться-то надо. Ярик, ты не понимаешь, что представитель должен выглядеть солидно, а не без рубашки? Да он так чисто прессом понтуется, чисто. Я тоже могу показать. Что ты разминку делаешь? Опа, этот, кто едет? Слышу газ, так сказать. Слышу. Так, хороший газ, такой, чё, кто едет? А хорошенькая машина. Ну-ка, сейчас давайте встретим. Давайте встретим. Давай, погнали. Давай, чисто, блядь, как его приехал месье Голливуд, блядь, на грузовике, так сказать.
Месье Голливуд. Месье Голливуд. Здравствуйте, месье Голливуд. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как сказать, я решил к вам наведаться, только поехал в Штаты. Здравствуйте, месье. Здравствуйте, здравствуйте. Здорово, здорово, так сказать. Может, за знакомство выпьем пивка? А, или у тебя там съемочка? На съемках? Я вообще-то на съемках. Жалко, но вы так хорошо вырядились, так сказать, вырядились хорошо. Ну, да, а этот вообще он прессом понтуется своим. Не, ну понимаете, съемки и съем. Да, да, мы все понимаем. Только поехали. Ладно, все, пошлите чё. К вам заехать. Ну, пошлите, покажем вам дом, так сказать. Давайте. Покажем вам все. Как раз и поедем. Да, хотели кушать? Ну, не отказался бы, а то только с самолета приехал. Ну все, пошлите, так сказать. Обед вкусный будет. В ресторанах не ел, потому что спать сразу после самолета сами. А что, в самолете не давали еду, что ли? Да давали, там только шампанское, там виноград, а этого я не уже не переношу. Не любишь, да, уже этот, какого уже этот, не можете, да, такого вкуса? Да, уже надоел, надоел уже на этих. Чё, где там этот? А у вас там что-то человек там стоит. Да, я смотрел ваш последний фильм, вообще классно. Спасибо, вот. Спасибо. Ну, так сказать, где-то сколько мы? Полгода проработали на этом фильме. Здорово, здорово, салам алейкум. Так, это наш. Да, да. Нас тут просто это частная зона охраняемая. Ну, я понимаю, понимаю. А то этот грабители какие-нибудь зайдут. Ну, это я тоже. Ну, все, вот наш, короче. Вам экскурсию может привести там. Ну, давайте, давайте. Короче, смотрите, это наш, так сказать, кухонный... обеденный стол. Да, обеденный стол. Вот наша кухня. Красиво, тут можно приготовить покушать. Красиво. О, Илья так пришел уже. Так, ну и... Какой Илья? Я не Илья. О. Так, понял. Теперь что надо запомнить? Это у нас комната... У нас комната для собеседования. О, хорошо. Красота. Тут у нас беседочка. Ну, давайте, пойдем. Беседочка с телевизором. Шашлычок. Ну, красиво. Ну, красота, красота. Кто не допил, кто не допил? Я допью, я допью. Давай, допивай. Ну, интерьер у вас красивого дома. Да, а это вы еще не все наши прелести видели. Пройдемте домой. Да, там у нас этот красивый вообще. Посмотрите, какой у нас большой красивый дом. Это еще не все. Ну, где-то тут теннис-бот, да. Ой, какой теннис. Это не теннис, это гольф. Гольф. Извиняюсь. У нас самое большое поле. А то уже да, ночь, блин. Машина... Сколько время? Уже вот 10 часов, блин, а то я устал уже, заговариваюсь. Бывает, бывает. Я тоже только проснулся. С перелета. Вот это машина утро нашего... Прилетел. Да, вот это наши машинки. Там моя машина хорошего стоит. Друга. Это вот наша это машина семьи. Да, согласен. Вообще. Не каждому такое дано. А чё вы припарковали свою машину на улице-то? Заезжайте, давайте пошлите на гараж, чё или чё? Не, а то вдруг еще такую этого, богатую не, машину... Да, принято у вас сюда заезжать. Понимаете, я не знаю, принято у вас сюда. Ну или поставьте хотя бы тут. Конечно, нас вот. Да, наш вот охранник за вашей машиной, так сказать, проследит. Я сейчас место подготовлю. Да, давайте. А мы вас проведем. А у вас как? А? Отчеты как у вас? Да у нас все потихонечку так, помаленечку. Бывает, бывает. Веселимся, так сказать, в клубешниках, девочки. Да. Там нет, такое... машину недавно, сегодня только привезли. А что, на съемку или это ваша личная? Моя личная. Ну так, неплохая машинка. Сколько стоит? Наверное, дорого. Ну, 2 миллиарда. Нифига себе. Ну, соска, конечно, коллекция. Нормально такая сосочка пойдет. Ладно, все, тогда заезжайте. Ну, то, что вы на улице поставили, так, давайте. Давайте аккуратно. Так, сейчас и Янкис вам даст, так, подведет вам место, покажет. Ну да, наверное. Да.
Так, ну что этот, как он? Так что, месье, вы что не едете дальше? Вам же... Ну, я не знаю, я просто... Янкис, вам же место вот приготовил, вон. Я просто думал, скажут. Так, ну побежали, побежали. Давайте вот сюда проезжайте. Так, все вот сюда. Нормально. Да. Нет, еще чуть-чуть вот сюда. Еще? Да, все, все, идеально. Идеально, все. Идеально. Ну все, вот все, погодите, нормально. Погодите. Забыл машину, бывает, приглушить. Да, да, бывает у всех. Ладно, пойдем. Ну все, пошлите. Пойдемте. А чаты? Не подстригайтесь. Да не, это моя натуральная. Это твоя, это ваша фирменная стрижка? Да, да, да. Что-то фильма ваше видео такая. Да, смотрел ваши фильмы, это просто. Это просто вау. Спасибо, спасибо. Это вы имели в виду. Как он выглядит? А. Так. Извиняюсь, запутался уже в этих фильмах. Да, 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 бывает. Бывает, это. Кинозвезда все-таки. Так, давайте. Перекусим. Давай, да. Давайте перекусим, так сказать. Ну, куда садиться? Просто... Да, да, куда вообще вот ходить? Сюда. Да, без разницы. Только не на это место. Ой. Здесь у нас сидит главный нашей семьи. Ну, это я понял. Осталось лезть. Ё-моё, извиняюсь, я кстати пролез. Ой. Тоже что-то сурога случилось. Ой. Я вот здесь так присяду. Да ё-моё, блин, болит нога, ё-моё. Ладно, давайте, давайте уже потом покушаем тогда. Давайте ладно. Сейчас тогда экскурсию приведем. Ну, потому что что-то послушаем. Мы не накрыли на стол, что-то что мы кушать-то будем. Да, согласен. На стол не накрыли. Ну ладно, ладно. Я потом, если что, в ресторане пообедаю. Так, или вы прям очень... кухня. Если он готовит обед, Ярослав. Вон орешки, если хотите, можете орешки. Можете погрызть там. Ладно, я пошутил. Так, у нас кушать готовит Ярослав. Он, видите, как он накачанный. Прямо да, там он еще там на кухне накачался чисто уже. На кухне да. 24 на 7, у него там на кухне своя качалка. Сам здесь у нас столик, чтобы поиграть в карты. В карты? Не, да. Тут еще в тарелке даже в что-то осталось, прошу это. Мы что-то там... Выйдем на улицу, посадим на лавочку. Сейчас мне надо руки помыть. Сейчас, пошлите тогда да, руки помоем, а то этот... Вы с поездки. Давайте. Я вас жду. Ну, погодите, там люди. Пусть выйдут сначала. Так, все. Почему я не могу выйти? Я тоже руки так, пройду. Так, ну чё, все, давайте этот. Погодите, я руки-то помою, вы же сами. Так, 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 так. Все, помыл. Так, ну все, пошлите тогда этот. Давайте. Какие выборы? А какие выборы? Что за выборы? Что кушать собираемся? Что кушать, да? Что кушать? Выборы, что кушать сегодня будем? Котлетки? Или там, не знаю. Я вот хочу, не знаю, я хочу хлеб с водой. Не знаю, почему я хочу хлеб с водой. А что, я вообще такое не пробовал, что это? Да, это очень это да, это очень вкусно. Это фирменный еда. Рецепт. Может быть, сейчас съездим в магазин? Хлеб с солью и запиваю водичкой, так сказать. Может быть, сейчас в магазин съездим? Да, ну, давайте. Если у вас что-то не хватает, можно съездить. Да, давайте. Да, давай я кстати, я что-то тут перекусил. На одной машине. Давайте туда на одной машине. А что, на какой машине-то едем? Ну давай на твоей. Гелендвагена или что? Не, зачем? Зачем на этой? Зачем на этой, Ну, я просто туда-сюда бегать. Пусть месье Голливуд садится назад. Спасибо. Не за что. Только Никита, будьте аккуратней. Да. У нас все-таки кинозвезда в магазине. Ой, в магазине договариваюсь, в машине. Так подождите-ка этот, я поставлю меточку, а то, блин, в городе вообще не разбираюсь. Да, GPS. А вот, что, поставлю. А, вот, всё, вы... Сочувствую. Можешь что-то помочь? Да не, мы как-то справимся. Бывает, извините. Все-таки жалко очень сильно. Да. Главу семьи, так сказать. Он хорошо нас, он знал нам давал... этого человека. Скорбим, да. Как говорится. Советы нам давала жизнь, так сказать. Он уже старенький человек был. Бывает.
Унес мой, к сожалению. Все мы старые, все молодые. Старость не радость, так сказать. Унесло человека, конечно. А еще по новостям показывают. Да ё-моё, ну блин, ну это не моя вина, это уже подрезал. Ничего, бывает. Да, по новостям показывали, как загорелся он. Да, его взорвался. Даже труп не нашли. Даже труп не нашли, представляете? Он, наверное, сгорел жестко, наверное, из-за этого. Да. Ну так вот бывает. Ну, что, ребята, как говорится, помним, любим скорби. Да. Потом выпьем за него, так сказать. Да. Помянем старичка. Ну, аккуратно. Согласен. Да, блин. Может быть, мы все-таки посадим месье Голливуд на такси? То с нашим, да, водителем, нет. Я думаю, да, что... Да ладно, ладно, ничего страшного. Извините, месье. Ничто. За наше неудобство. Сверху судьи. Извините, меня говорил, сверху судьи. Останавливайте, давайте вызовем механиков. Механиков. Останавливайте. Я обычно давайте, давайте тогда этот... Давайте лучше доктора вызовем нашу медицину. Судорога. Замона педаль нажала. Ну, может, бывает. Обочину. Надо срочно доктора вызывать, да, да. Надо срочно доктора вызывать. Месье Голливуд, выходите. Ну чё вы посреди этой дороги-то уехали? Месье Голливуд, выходите. Давайте чуть пройдемся. Вы извините за нашего балбеса водителя. Ничего будет. Пройдемте. А вон магазинчик. А вы какой хлеб предпочитаете? Семиреченский или булочку? Давайте булочку. Давно булочку, да? Во Франции только один раз, последний раз попробовался. Да, вот. Ваша мама красивые булочки. На что вы намекаете, я не понимаю. На... Да ни на что. Пирожки с капустой. Так, сейчас придемте, проведу экскурсию. Так, заходите в магазин, покупайте. А вы тут в этом городе первый раз? Да-да-да, я только приехал. Ну вот, короче, тут это наш как бы фирменный магазин, мы закупаемся тут, можете, в принципе, колы тут, да, есть, тут чипсы. А чипсов еще нету? Сейчас, ну, кстати, только, да, да, сейчас это, только поставили, только поставили, завезли, да. Так, на чьей машине поедем? Да поехали. Ну, короче, давайте, да, на моей, только кто-то другой, а то у меня судорога, блин, вообще вот. Что-то лежит. Давайте, давай я, давай я. Да. Ну все, как раз у меня эти затонированные. А, ваш этот... Так. Все здесь? Друг. Сиди, вот там. Не-не-не, он жду. Толстый. Сейчас мы его подождем. Садись. Да, и поехали уже, ладно. Ну, садитесь уже, что ли, можно сказать. Позорьте нас перед месье Голливудом. Я тут на год. А еще говорит, что я плохо вожу. У нас походу, у нас походу с тобой это какие-то судороги постоянные. Да, в этом замечательном... Все Голливуд, рассказывайте, сколько вам платят за один съемочный день? Ну, за один съемочный день... 100 тысяч долларов. Нифига себе, вот это да. Ну, это еще, это как, когда как, какие съемочные... Смотря какой фильм, да? Да, смотря какой фильм, какие съемочные дни вообще. А сколько по времени? Так. Сейчас мы пропускаем главную дорогу. Не, ну в этом красивом городе я остаюсь на год. Да. Что, съемки. Да, город красивый. Да. Только, блин, эти всякие эти. Более у меня тут съемки. Только этот, говорю сразу, тут. А-а-а. Ну, ё-моё, как так-то. Вот. Давайте дальше, чтобы быстрее поедем. Я тоже иногда скорость люблю прибавить на свою машину. Никита, да, что у вас с машиной? Это вот ты колесо, блин, мне продырявил. Что-то, что-то стучит. Нет, вам кажется. Мне кажется, вам кажется. Может, да, вам кажется. Что-то... Ничего страшного.
сейчас чуть разгонимся. Только сразу говорю, этот миссия Голливуд тут. Город криминальный. Ему лучше быть всегда наготове, так сказать. Ну я. У меня скоро охрана появится. Да, да, лучше к вам охрану или что-нибудь такое. А лучше давайте к нам. В семью. Да, можете, кстати, к нам, да, тоже мы вас будем. Можете к нам в семью, мы вас будем уважать. Не, ну, предоставим вам охрану. Да, охрана, у нас вот много охранников. Поставим вам охранника, чтобы охранял. А то такую важную личность могут и ограбить. Это личность уже важная такая. Бывает у нас. Ника. У нас походу что-то. Да, что-то там это стучит что-то в колесе стучит. Да, как будто грыжа выскочила. Ну ладно, обгоните его, то что. Можете меня высадить, пожалуйста? А тут обгон запрещен. Я не знаю, я его вашу руку. Надо. Там знак висел, обгон запрещен. А, извините, вы. Чего? Да ладно, человек он уважаемый. Так, ну все, поставь где-нибудь там. Теперь точно надо вызвать механика. Миссия Голливуд. О, походу, миссия Голливуд, так сказать. Нет, миссия Голливуд спереди проедет. Никита, вызовите, пожалуйста, механика. Я ненадолго отойду, выйду за территорию. Так, а кто это у нас на территории? Это у нас наши охранники, не трогай их. Это рабочие. Не охранники. Я выйду немного за территорию. Мне надо покурить свежим. Ага, понятно. Все с вами понятно. Спрайт. А это вот что, какой-то национальный блюд? Я взял спрайт. Понятно с вами все. Все понял я. Значит, когда ваш босс умер, вы тут развлекаетесь, стоп, да? Подождите, стойте. Это кто? Босс? Это... Босс? Босс? Да. Это ваш умер. Вы же взорвались. Как так-то? Я следил за вами. У меня даже слов нету. Да. Вы, значит, меня тут... Подождите, а вы же взорвались, как вы выжили? Наверное, я не буду вашу разборку. Я выжил. Пройдемте за мной, месье, пройдемте за мной. Да, подождите, стойте. А как вы выжили? Подождите. Как вы выжили вообще? Меня там спас один... Там спас меня один вообще. Человек. Я умер только для полицейских. А так я жив. Стойте пока что здесь. Я в офиге, я лучше поем, наверное. Босс. Босс, пройдемте за нами. Давай. У нас тут уважаемый гость, месье Голливуд. Да. Это наш очень только хороший знакомый. Ничего не говорите про нас. Это месье Голливуд. Я у нас месье Голливуд. Месье Голливуд. О, здрасте, месье Голливуд. Здравствуйте. Это, короче, оказывается, у нас сумерший босс, он, оказывается, выжил очень. Ему, так сказать, повезло очень сильно, он как-то выжил. Ну, вы про него говорили. Да, мы про вас в машине говорили с месье Голливудом. Так, месье Голливуд, сначала смотрите. Берите булочку. Съедайте одну булочку. Потом съедайте еще одну булочку. Хорошо. Запивайте все газировкой. И у вас получается невероятный вкус. Ой, вкусно так вообще. Обожаю это. Очень вкусно. В школьном возрасте только так. Бургер с водой вкусно. Нет, это булочка с колой. Вы не понимаете. Там у меня должен был человек подвезти на коляске, но пришлось самому встать и пойти. А где ваш, как говорится, друг? Точнее, право. Ну, он улетел на Карибы. Понял. Где моя коляска? Я не знаю. Сейчас я... Она вроде в гараже. Я скажу. Хорошо. Давайте. Месье Голливуд, вам нравится наш дом, там, апартаменты наш? Мне очень, очень красиво, очень.
Да я просто... Капец. Хороший. Как вы выжили вообще? Это же капец. Меня спас один человек, и он лечил меня все это время. А у меня был надежный человек, который следил за вами и все слушал. А как вам можно обращаться? Меня Дон Педро. Дон Педро, все может быть. И в жизни, и в фильмах. Ну да. Так, подождите, механик приехал, я сейчас его встречу. Ну где-то моя коляска. Я долго ждать буду. Механик что-то тупит у нас. Вот ваше кресло, садитесь. Сейчас, подожди. Ну, вези меня до машины, чё. А где ваша машина? Прямо езжай, потом разберемся. Да, вот чисто мы долго не проедем. Вон моя машина. Где? Ой, вон гелик. Видишь? А что? Что не так? Что не так? Не знаю. Это галлюцинации были. Может быть, я не знаю, что в последнее время заработался. Нифига себе у нас этот. Этот парк, две желтые машины одинаковые. Босс, вы там говорили, что вы хотели мне подарить машину? Да, хотел. Может быть, съездим в салон? Можем. Давайте тогда я вас отвезу. Давай, да, садитесь тогда все вместе. На Гелендвагене поехали. А, подождите, да, все, у нас 4 человека влезают, поехали. Так. Я выгоню его, отойдите, я выгоню его. А вы что, босса-то своего? Вы что, босс, вы почему? Босс, зачем вы за руль садитесь? Да, вообще это. Отходите, зачем? Босс. Это уже унижение для нас. Да, вы нас. Вы нас унижаете. Зачем? Вы нас ставите в место. Вы нас в неловкое место. Езжайте в автосалон, я GPS сейчас поставлю. Что у нас с двигателем, босс? Так, заведите его. Готовый. А я заводил у вас, наверное, свечи зажигания уже испортились. Наверное. Так, никого нет, приезжаем. По GPS едет в автосалон. Хорошо. Я там уже присмотрел один вариант. Вот вы не против, если я поеду чуть быстрее обычного? Ну давай, есть, нарушай. Только штраф будешь ты платить. Я хорошо. Что не забывайте? Тут рядом где-то стоит. Кто? Ограничение скорости. До меня тут дошел слух, что вы хотели сделать выборы. Какие выборы? Да какие выборы? Да, выборов не делали. Вы что, месье? Нового члена семьи. Чтобы был он главным. Нет. Откуда у вас такая информация? Да у меня есть. Нет, проверенный это, человек. Это у нас выборы так называются, что да, поесть. Что покушать, да. Что покушать за завтрак. Да. Какой у нас сегодня обед будет? У нас все-таки месье Голливуд, он любит. Значит, вы хотите сказать, что мой информатор врет, да? Да. Да. Ему доверяю больше, чем вам. Спасибо, босс. Что вы думаете, что я вас буду обманывать? Знаете, если вы меня обманете, будем разговаривать по-другому. Да вы что, сэр? Мы вас никогда не обманываем. Обманывать проверим. Вас это... Да, это самоубийство. Обманывать вас это самоубийство. Зачем мы вас обманываем? Это да. Босс, вы можете сейчас меня... Сейчас я запаркуюсь. Никита вас, как говорится, прокатит. На вашей коляске. Давайте запаркуемся. Так, ну давайте вон там запаркуемся, как раз новый транспорт выберем. Почему гелик не заправлен? Я займусь этим делом. Так, становимся на инвалидное место. У нас все-таки уважаемый человек. Что смеетесь, я не понимаю. Никита, пожалуйста, достаньте коляску. Из багажника достаньте коляску, Никита. Сейчас я открою багажник. Давайте. Так. Блин, тяжелая она, капец.
Давайте я достану. Давайте, я не могу достать. Вот. Все, ну все, давайте. Босс, садитесь. Сейчас я закрою. Опа, извини. Опа. 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 Извиняюсь. Так, отодвиньте, это, пожалуйста, ваш скелетоген. Можно вопрос? У меня дым или что? Нет, просто что это такое? Меня свидел все бог. Короче, я решил решение. Правой рукой станет Илюха. Какой Илюха? Кто? У нас нет Илюхи. Ну, Янкис. Илюха умер. Там что, забыли Илюха? Илюха умер неделю назад. Вот у нас Янкис. Босс, прошу прощения. У нас теперь есть на нервах. Новый человек, так сказать. Это Янкис. Почему да откатите вы эту путь? Коляску. Сейчас, босс, извините за неудобство. Вот, возьмите и откатите. Никита. Никита, вы... Какие-то галлюциногенные, что-то было. Все, садитесь. Да, походу.